Ну и здрасте. В общем, в опросе победила дружба. На самом деле там, по-моему, 15 человек за хавку на камеру, 3 против, и я и еще кто-то, кому пофигу. У меня тут помидорки порезанные, квадратиками с солью и со сметанкой, черный чай, гринфилдовский, юнани, с немножко красным вином мерло. Я не помню, там я их путаю, сухое, не сухое, мокрое, но в общем оно красное, то, которое можно добавлять в чай. И курица, пощипанная гриль, я вчера себе все-таки купила в Пятерке. Иногда ее очень хочется. Хотелось целую неделю. Если бы я ее смогла купить раньше, я думаю, я бы избежала некоторых проблем с организмом. Короче, приятного вам аппетита. Это, наверное, тоже поздний завтрак, потому что что-то тут убиралось, а то все, 5-10, в какой-то момент поняла, что я хочу есть. А потом подумала, почему бы не пожрать вам на камеру. Ибо когда еще смогу? Начнем? Да, кстати, кто-то там вякал, я его удалила, правда, этот камень, потому что там такая ветка периодически вылезала в предыдущем видео про всяких таких, о, она не справилась, ну, всякого такого дерьма, всяких таких уродов, биомусор. Короче, там кто-то говорил, что я должна говорить и жевать. Ну, я не знаю, может, она умеет говорить и жевать, ну, пусть попробует. А я, когда ем, я все-таки жую, а не говорю. Есть еще такая как пословица, поговорка, когда я ем, я глух и ем. Посему приступим. Приятного аппетита всем. Большой кусочек курочки. Товарищу, что сидит, нализывается за фотиком, за штативом, тоже достался. Еще много он не слопал. Вообще, он, когда ее покупаю, он только я вошла, он уже вокруг меня. Кругаря навертывает. Чё это, ту курицу? Не уляпалась ли я? Вообще раньше грудку куриную есть не могла. Не нравилась она мне. Ножиком я в этот раз запаслась, но пока что он мне ни к чему. Thank you.
Зачем пожаловал? Я не знаю, вот его видно, нет. Но он тут, по-моему, жаждает мясика. Тише. Ну вот, свалил. А я хотела тебя народу показать. Давай я тебе кусочек мяса пожертвую. Ну иди сюда. Ну покажись народу-то. Не хочешь? Ну хрен с тобой. Не пожертвую тогда. Помаши ручкой людям. Ой, блин. Ты сейчас кто не работает, тот не ест. Вот, ножик-то и пригодился. Потом у меня еще будет чай после чая. Ладно, пообещала же. Что, все, что ли? Сожрал действительно. Жаль, сметанку вилкой с ножом не даешь. Но иногда ему везет, и он облизывает тарелочку со сметанкой. Ну все, тише. Много жрать, а много есть невелика честь, только обзоры назову. Когда вчера встал на весы, увидел, что 58 килограмм. Я, правда, сейчас вроде слегка похудела, по словам Дашки. Не знаю, в каком месте, может, я так это взвешивалась. Я сначала встаю, потом сложусь и смотрю, что там. Они такие эти механические весы. Хрен знает, какого года выпуска. Ну, где-то 11 минут я проела, я думаю, это еще останется там на обед и на ужин.
Всем спасибо за компанию, за просмотр и пока!